Во-первых, я вас всех поздравляю. Сегодня первый день, когда празднуется Всемирный день йоги. Thank you. Namaskar. Добрый день. Большое вам спасибо, что принимаете меня. Like you, for us also it is a very, very important day. Как и для вас, так и для нас сегодняшний день очень важен. It is a matter of great pride and honor for all of us. Мы гордимся, и для нас дело большой чести. That yoga has received international recognition that it deserves. Дело большой чести и гордости знать, что йога получила признание во всем мире. Thanks to the initiative of our honorable Prime Minister. Благодаря инициативе нашего премьер-министра. That United Nations declared June 21st as International Day of Yoga. Организация Объединенных Наций провозгласила 21 июня Международным днем йоги. And it's a matter of great happiness for all of us. И для нас это большое счастье. That today more than 2 billion people participating in 192 countries in celebration of yoga. То, что больше чем 192 стран собралось больше 2 триллионов, 2 миллиардов людей отпраздновать этот день. And I hope that Indian consulate will be more and more involved in propagating yoga. Я надеюсь и обещаю, что индийское генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге будет все больше и больше с каждым годом помогать, имеет возможность оказывать поддержку празднования этого дня и организации практик. And from next year we would like to do it in a bigger and better way. В следующем году мы планируем все это организовать еще больше масштабе. So I would like to congratulate you all and thank you for promoting yoga here. Так что поздравляю вас всех и благодарю за продвижение йоги в России и в Санкт-Петербурге, в частности. And together we will do take this thing yoga even to greater heights. И все вместе мы будем дальше развивать йогу до больших высот. Thank you. Большое спасибо. I just arrived 1 week ago. Знаете, я прибыл только неделю назад. But I am already feeling at home. Уже я чувствую себя как дома. I have been to 2 more different places in the morning. Утром я посетил еще несколько центров, два, собственно говоря, центра подобно вашему. And all the places I find people practicing yoga, meditation. Везде я вижу, как люди медитируют, практикуют. So we are one, we are together. Так что мы едины. We are following the same path, same journey. Мы идем по одному пути, мы единомышленники.